Всем привет, с вами Спектр Эрик, и мы продолжаем проходить Персону 5 Рояль. Мы проложили путь к сокровищу Канишира, и теперь все, что нам остается, это отправить открытку ему и благополучно украсть. Я думаю, мы этим прямо сейчас и займемся. Правильно? О, вот как раз в один заход в замок мы все и сделали. Все, тут все сделано. Плюс персон мы почикали в прошлый раз. Правильно же? Да, соответственно, они все при деле. Так, ну, мы можем уже ее отправлять? Правильно. Все согласны. Я не могу дождаться ее отправки. Я хочу положить конец всем этим злобным преступлениям как можно быстрее. Ну, я думаю, завтра имеет смысл этим и заняться. А сегодня я предлагаю покрафтить немного эти отмычки, если мы можем это сделать. Мы можем? Мы можем. Мы можем сделать 4 штуки. Вот мы сразу 4 штуки, пожалуй, и сделаем. Правильно? Правильно. Ну, немного мастерство прокачали. Нам это тоже полезно. Нам эти бургеры ж есть надо. Галактические. Все, дело сделано. Сегодня будет 22 июня, важный день. Правильно, на улице дождь. А, уже дождя нет, дождь кончился. Блин, и в метро книжка нам не перепала. О, слышал? Блин, известная предсказательница судьбы. Нам надо, вот нам 100% надо к ней попасть во что бы то ни стало. В Синджуку. Вы поймете. Я знаю, кто это такая. А, и она по ночам. Блин. После школы не прокатит. Надо ночью к ней идти. Блин, нет. Раз мы сегодня про нее услышали, пока она на месте, надо к ней метнуться. Так, тогда мы сегодняшний день потратим на какую-нибудь активность. Вечером сходим к этой предсказательнице, а завтра отправим карту. Вот. Я вот так вот сделаем. Потому что ее способности как конфиданта невероятно полезные будут. Вы поймете потом, что я имею в виду. Если еще не в курсе, что все это значит. Макото, все в порядке? Финишира тебя достает. Ну, он требует денег. Ну, я просто игнорирую его сообщение. Так. Ну, по сути, он нам только дал первый день и еще прошел. У нас еще куча времени на то, чтобы это все завершить. Поэтому в первую очередь надо добыть конфиданта, вот эту предсказательницу судьбы. Она доступна вечером, правильно? Она доступна вечером. Надо чем-то днем заняться. А чем мы займемся днем? Какие у нас... Ой, какие у нас варианты по конфидантам? Такими? Блин, не хочу я к такими идти. Как конфидант она меня не впечатляет, да и как личность, пожалуй, тоже. Давайте подумаем. Вот в Синджуку это мы поедем ночью. А, блин, не то чтобы прям есть чем заняться вот так вот прям, честно говоря. Эй, ладно уж. Давайте уж сходим к этой мадаме. А, нет? Ничего не хочешь? Или я уже пропустил момент? Нет, мы потом будем отправлять. И у нас вообще варианты.
другой стороны, нам никто не мешает пойти и поучиться в библиотеке. Правильно? Мы давно этим не занимались, а там экзамены какие-нибудь очередные скоро. Школа же такая школа. Со всеми этими приключениями надо не забывать о своем образовании. Так что, пожалуй, день мы потратим на учебу, чтобы вечером спокойно метнуться к предсказательнице судьбы. Ну, неплохо, поучились. Мы должны стать самыми умными, еще вон два раза надо до 5 уровня прокачивать эту способность. Ну, качество, это не способность, качество. Нормально. Во, вечер. Вот, мы добрались до вечера. О, кроссворд, кстати. Кроссворд не тратит наше время, поэтому мы можем попытаться его разгадать. Тоже полезное дело. Черри... Блоссом? Кто смотрел Ривердейл, тот поймет. Шутка. Ну-ка. Блосс. Как-то слишком просто. Блосс. Том. Ну, изи. Даже не вспотели. Цветение вишни. Сегодня у нас явно день, когда мы повышаем свои умственные способности. Все, дело сделано. Так. Ой, этот тоже с нами потусить хочет, но нет, товарищ. Ты обойдешься, у меня ждут невероятно важные дела. Так, давайте искать, где она может сидеть. А, вот, а это ж ты? Предсказательница судьбы. Блин, или подожди, может я путаю с кем-то ее? Или нет, Мифуна. Может нет, не путаю. Здорово. Блин, а может я не с тем конфидантом ее перепутал? Ну, в любом случае, раз уж мы пришли, давайте... Так, божественная сила. Ну-ка, давай, расскажи мне эту судьбу. Так, первая карта, вторая, следующая. Она что, что-то хорошее видит в нашем будущем? Она видит разрушение и заключенного в одиночной камере. Ты выглядишь хорошим человеком, но у тебя как бы все в порядке. Если ты будешь следовать нынешнему пути, это приведет тебя к смерти. И как же мне этого избежать? Я не могу предоставить каких-то советов. Все такое нечеткое. О, она мне хочет дать святой камень, который, если ты будешь контролировать эту силу, ты сможешь избежать плохого будущего. Хитро. С ним больше еще и потребует за него миллион денег. А, ну и... Стоит это дофига. 100 тысяч йен. Мне это не надо. Что? Даже если ты поможешь избежать смерти, то действительно не хочешь этого. Ну, как жаль, как жаль. Блин. А я что, все запорол, что ли?
Ай, черт, надо было его взять. Это твою мать. Так. Так. Но меня это ничего не остановило. Я так легко не сдаюсь и позволять тратить день непонятно на что, когда есть возможность перезагрузиться, я не буду. Поэтому мы вернулись сюда. Мы вернемся к этому разговору. Сейчас она нам предложит свой волшебный камень, и мы выберем другой вариант ответа. Так. Ну вот смотрите. Ну, я даже не знаю, они все какие-то не очень, выглядит подозрительно. Она опять ко мне к этому же вернулась. Опять не тот вариант ответа. Нет, я так не сдамся. И вот мы вернулись к ней в третий раз. Что-то мне начинает казаться, что я не про, я перепутал ее с кем-то другим. Нет, она не тот конфидант, о котором я подумал, потому что там все было гораздо проще. Вот мы, видимо, пробовали в третий раз, и снова она нас развернула. Возможно, с ней надо просто больше раз пообщаться. Ну, в любом случае. О, начальник счастлив. Интересно, что происходит. Как там с твоими с карманными деньгами дела? Чего? Ты безнадежен. Вот. А? 5000 йен. Я выиграл немного денег в лотерею, типа, поэтому я решил поделиться. Спасибо. Это очень щедро. Видишь, я могу быть милым иногда. Но, тем не менее, ты закрываешь магазин. Хочешь сказать, что эта предсказательница судьбы была права? Она же как раз нам предсказала. 5000 йен. Как интересно. Может, она действительно умеет считывать будущее? Стой, подожди, это... она же сказала, что ты умрешь. Нам нужно будет с ней еще поговорить, чтобы разобраться, что к чему. Может, это Мифуна действительно может видеть будущее? Мне нужно вернуться к ней снова, попросить ее заглянуть в будущее. Ну и этот ее святой камень тоже. Он стоит 100 тысяч йен. В принципе, у нас есть 100 тысяч йен, мы можем купить этот странный камень. Столько манипуляций, как бы все зря было. Ну ладно, сходим к ней еще поболтаем. Когда представится возможность. О, смотрите-ка, мы сидим, огонь. Мы сейчас еще и книженцию дочитаем. Прям вообще отлично. Про джентльмена по имени Зора. Надо будет потом сходить в библиотеку, книжку сдать. Дочитали. Че мы себе прокачали этим? Мы себе доброту прокачали. Ладно. Как скажете. Утро. О, нас сейчас опять будут спрашивать. Ну, так много дождей в это время года. Так, говоря о дождях, вы знаете, что Теру Бозу изначально была женщина? Это, видимо, что-то из японского фольклора. Или нет? Когда это пришло из Китая, когда это пришло в Японию, стало казаться, что это монах, молящийся за солнечную погоду, стал мужчиной. Ну, в истории не редкость, когда меняют пол ради политики или религии. Ну-ка, давайте посмотрим на фотографию. Это... Прист, это же это императрица, жрица. Карта Таро. Основана на женщине по имени Джоанна. Позиция этой женщины, блин, и как я должен догадаться? Ну, либо шаман, либо поп. Ну, поп. Ну, пусть будет поп. Раз все так говорят. Кто бы мог подумать.
Она была известной фигурой в средние века. Джоан или Йоханна? Йоханна, это же имя персоны Макото. О как. Интересно, есть ли в этом какая-то логика и связь? Ну да ладно. Согласно легендам, Джоан переодевалась в мужскую одежду, чтобы попасть в Рим. Ну, когда все узнали, что она женщина, ее заковали в камень насмерть. Ну и вот так вот Джоанна попала в книги по истории. Загадочная ситуация, конечно. Ладно, давайте сделаем то, собственно, ради чего мы здесь собрались. Нет? Да. Да, мы все вместе собираемся в нашем странном логове. А? Что-то не так? Да, нет, все хорошо. Это явно не выглядит как ничего. Нет, немного думал и... А, он хочет позвать ее в кино. Ему нужна ее помощь. Я увидел кое-что в игре, и типа, я бы хотел попробовать. Может, он этот? Шоу-тайм? Сейчас они хотят обсудить специальную атаку. О, то есть у нас теперь Макото с Рьюджи будут? Ну-ка, расскажи мне свою идею. Что ты там увидел? Ага, то есть эти два гаврика у нас теперь умеют творить. Там вроде, кстати, говорилось же, что они не обязательно должны быть в пати, чтобы проворачивать эти атаки. Но вот, кстати, можем и проверить, как это будет работать. Безу. Да, объяснить, что именно они делать не будут. Они нам просто потом это покажут. Оп, звездочка засветилась. Непонятно, как эта штука работает. Может быть, вместо того, чтобы исполнять желание, оно просто оказывает некую поддержку. Ну, надо будет попробовать в бою, когда будет такая возможность. Посылаем карту. Окей. Значит, если завтра мы ее отправляем, то завтра же и врываемся в его дворец. Да, кстати, когда? Как ему доставить ее? Почему бы не использовать тот же метод, что и раньше? Так как будто у Макото есть идея. Давайте узнаем, что она там надумала. Здорово. Так что мы будем делать-то с картой? Макото взяла Рьюджи с собой. И нам не о чем беспокоиться. Интересно, что она там придумывает. Кто ничего не слышал? Не? А. Окей, ну что ж, тогда будем ждать ответов. Ну, завтра все и так узнаем. Так, нам бы подготовиться. Давайте этого кофея намутим. Хочу кофея. Ну, во-первых, очарование прокачаем, а во-вторых, это в Мементосе, этот кофеё очень даже полезная штука. Хоть по 10 маны восстанавливает, но 10 маны это 10 маны. Тут трудно спорить-то.
что день X настал. Правильно. Карта послана. Прошу прощения, сэр. Я нашел это возле машины. Тут что-то написано. Ну-ка, читай. Я сказал, читай. Сэр Джунья Канишира. Грешник жадности. Глощенный жадностью до денег. Мы решили, что заставить тебя признаться в своих преступлениях. Мы украдем твои желания. Это разве не плохо? Что это вообще такое? Ну что, если что-то с вами случится? Ну-ка, не трать свое время на беспокойство об этом бесполезном дерьме. Ну-ка, закройся. Но это выложено везде по городу. Люди говорят об этом онлайн тоже. Нехорошо. Ну-ка, принесите мне мои сережки. Кажется, он взбесился. Фантомные воры. Не заставляйте меня смеяться. Ну все, он полностью в ожидании нашего появления. Они заплатят за это. Карта выложена везде по Сибуе. Хорошая идея, не правда ли? Ты правда мозг всей операции. Приют же тебе следует следовать ее примеру. Ты знаешь, что я один все это постил, правда? Я даже переодевался, чтобы никто меня не заметил и не опознал. Но у нас нет времени разговаривать. Нам пора отправляться. Она права. Да. Вперед. Может, финальный бой Макото с собой тоже взять? Кто у меня там вообще в команде? А, у меня как раз и Рьюджи, и Макото. Не алло. Марганя. Так, давайте, смотрите, мы убираем Аню и добавим Макото. Маргану убираем, добавим Рьюджи. Вот, пусть так будет. Все, мы можем перемещаться прямиком в хранилище. Тут мы благополучно сохраняемся, потому что мы кучу всего сделали. И вперед. Путь проложен, нам просто надо теперь пробежаться по прямой до сокровища. А вот и Канишира. И он нас ждет. Нам надо к нему подходить? Может, мы как-то это, обойдем его? А, нет, это так не прокатит. Придется с ним столкнуться лицом к лицу. Что за черт? Сейф? Но его же здесь раньше не было. Он так быстро поменял всю комнату. Добро пожаловать в мой личный банк городской. Я удивлен, что вы все живы. Вы очень везучие. Ну, не будь смешным. Мы собираемся изменить твое сердце и заставить признаться во всем. Даже полиции трудно с тобой справиться, но мы-то уж разберемся. Признайте свою судьбу. Мы никогда не согласимся на это. Иерархия.
Я продирался сквозь дерьмо, чтобы выбить себе, выбраться в люди. На этот раз моя очередь использовать всех ради выгоды. Ты думаешь, это не делает тебя плохим человеком? Жалкий человек. Он явно не сдается. Всегда полно глупцов, которых можно обмануть, которые заплатят за свою глупость. Может, ты уже закроешься? Ну, на этом моя лекция подходит к концу, и поэтому нам теперь придется сражаться, я надеюсь. Оу, он там подавился или что? Что с ним происходит? Оу. Его резко поломало. Мой хороший, у тебя... Типа, там ты в порядке? Что за черт? Он муха! Кто бы мог подумать? Он стал мухой! Смешной. Какой он странный товарищ все-таки. Итак, а что нам с тобой делать? Но он не стал огромным, большим. Интересно, в чем его сложность как босса? А, его защитный робот? Что-то не очень хорошее происходит. Свинка! Это же свинка, какая прелесть. Вы готовы умереть? Свинка с автоматами, что ли? Пигитрон. Ты мог подумать, что у него такое припасено. Ну, мы все живы-здоровы. Что мы будем с ним делать? Давайте проверим на нем свет. Ничего. Что насчет ядерной атаки? Ничего. Лед? Ничего. Электричество? Ничего. Вообще свет больше всего по нему надамажил. Но он и маны больше всего забрал. Ууу, нифига. Юсуки еще и слаб, поэтому его сейчас благополучно... Пожалуйста, остановись. Так, окей. Я тоже умею хилить. А что мы знаем о... Пизда маги? Ну, ничего. Ладно. Давайте снова льдом. Так, надо Макото выхиливать. Так. Супер VIP форма. Что он стал? Господи, муха. Он стал шаром. Он сейчас будет нас давить этим шаром. И он собирается на нас накатиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте защищаться. Так, подождите, нет. Надо похилить Макото, чтобы она пережила эту атаку. А ты давай похилишь вот сюда. Ты защищаешься. Рьюджи защищается. А, блин, а Макото все равно померла.
Так, ладно. Лови. Так. Ты оживи. У нас же есть. Так, это восстановление здоровья. А как нам это? У нас же есть штука какая-нибудь для поднятия. А вот. Макото, оживай. Так. Блин, супер VIP форма, он опять превращается. Нам повезло, что Джокер увернулся. Что же нам делать? Нам что-то кто-то был приманкой. А, если мы какой-нибудь дорогой предмет кинем, это отвлечет его внимание. Ну да, давайте кинем. А что из этого дорого стоит? Допустим, Юджи кидает. Что-то. О, он отвлекся. У нас получилось его отвлечь. Хорошо. Фига, машина для всасывания. Он доволен. Теперь мы можем благополучно в него пулять. Так, псих-атаки понятно. Чтоб... ничего интересного. Так. Он там он полностью отвлечен. Так что мы можем благополучно его пинать. Так, это фигня тут всякая. Ну, кстати, у нас есть огонь и тьма. Во, давайте потестируем. А, это инстакил, это не то. А, и воздух у нас есть. Ну, давайте, огонь. Ничего. Так, ну мы наполовину уже здоровья ему сняли. Можно считать, что неплохо. Так. О, обижаете моего Пигитрона. Метаболическая волна. Так. Джокер опять увернулся. Так, не, давайте будем выхиливать. Так, хорошо. А ты бей его. Так. Так, что это делает? Просто силу. Ну, давайте бафнем силу Джокеру в следующий заход. Сейчас ракетами нас обстреливать опять будет. Давайте только никто не помрет сейчас. Блин, Джокер горит. А Рьюджи... О, этот Аюзбеке просто прилег. Ладно. Просто умри. Ай, горим. Так, а ты давай выхиливай Джокера. Выхиливать Джокера важнее. Юзки потом если что оживить можно. Хотя, в принципе, это ему не помешает, в принципе, сожрать. Всем восстанавливает здоровье. Ну, кстати, удобная штука. Вот, жри сам. Замечательно. Газ страха. Это что-то новенькое. О, эта свинка собралась у нас пукать. Блин, Юсуки, ты какой-то проблемный товарищ, ты не находишь? Просто умри уже.
Так. Хоть дамажить не забывает. Так, нормально. Блин, опять ракета. Юсуки! Что с тобой не так, Юсуки? Просто умри. Ну-ка, давайте все дружно его бьем, и у нас все получится, правда? Ау. Так, ты... Ее... Подожди, а что, ты испугался ее похилить или что? Я не понял. Оп, мы свинку поломали, замечательно. Но на этом все и не заканчивает. Он призвал сейф. О, еще до новых мух-охранников. Их количество может расти, но мы не позволим им колыбельное. О, Рьюджи нельзя усыпить, приятно. Юсуки, может ты перестанешь там пугаться вовсю? Так, немного хила сюда. Ну-ка, что будет? Ага, эта штука резистит. Непробиваемая стена. Добро пожаловать. Узрите силу денег. Так, а как нам их усыплять? Мы можем их усыпить. А как мы их усыпим? Главное, чем? Забыть. Шо? Ну-ка. О, он что-то забыл. Он свой колыбельный мажет по всем дружно. Глупый мух. О, я не могу использовать персону. Так, давайте похилим. Вот пока мы не разберемся вот с этим хреном, мы с этим ничего и не сделаем. Блин, током бьется еще. Глупый мух. Так. Ну, они дружно мажут по мне. Это приятно. А что насчет немного света? О, а тот хрен вообще всасывает свет. Вот это максимально неприятная история. Можем забыть. Не, давай. Да, и блин, ну ладно, пусть Юсуки будет. Еще я Джокера хотел похилить. Так, блин, ну мы почти его доломали уже. Блин, и мы еще защиту апнули, блин, а как с ним драться? Ну-ка, а что по психическим? Тоже ничего интересного. Стрелять тебе нечем. Ну-ка, ну... Хиль Джокера, что тебе еще остается?
Мы почти его доломали. Мы заставили его забыть. Блин, Джокер заснул. Ну, здорово. Блин, он еще и меня и вырубил. Че за... Да твою мать! А этот все никак не может по мне попасть. Умирай! Так, а что там? Оп! Этого вырубили наконец-то. Теперь с этим мухом разбираться надо. Но у него, видимо, сопротивление ко всем видам дамага тоже, да? Оп, мы его парализовали, неплохо. Да твою мать, Джокер опять спит. Нет, 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 нет. Твою мать. Если сейчас Джокер помрет, то все будет очень плохо для нас. Ну, мы хотя бы его грохнули. Тоже неплохо. Технический дамаг. А, и нас еще и радостно парализовало. Ой, как все плохо. Так, хорошо, по крайней мере, похилились. Юсуки спит. Нам эту муху надо долго и упорно пинать. Вот, так, теперь она заснула, ясно. Ну, хоть Юски проснулся. Твою мать! Муха! Чтоб ты сдохла. О, хорошо. Ничего. Все нормально. Ну, ее хотя бы пробудили. Значит, помрет там радостно. Твою мать. Так, мне надо себя выхилить в первую очередь. Потом уже всех остальных. Нет, такое. А, оп, отлично. Последнюю муху тоже вырубили. Ну все. Теперь можно благополучно пинать Канишира. Блин, все заснули. О! А у меня детокс, я клёвый. Так, а он чего? Нормально он, кстати, реагирует на ядерные атаки, поэтому пусть получает. Юске, хватит спать, сколько можно? Макота опять заснула. И он так и будет продолжать ее шлепать. Мне нужно ману восполнить себе. О, себе восполним. Нам пригодится. Так, ты все еще можешь с ним драться, поэтому продолжай его напинывать. И этот очнулся. Здрасте. Блин, Моргану сюда надо было вместо Юски брать. Что он делает? Это огребает весь бой. Оу, он нас закидал деньгами. Свинкой. Ю.
Не, пусть это выхиливает его. Оп, да, сейчас хорошо было. Так, а ты его хиль. Так. Мы почти справились. Блин, опять дождь. Рьюджи, только не умри. Блин, там и Джокер сейчас помрет. У меня что, вроде... Второй раз? Нет, 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 пожалуй. Чего? Чего? Что, где деньги? Фу, так, то есть у нас был, было же что-то, что восполнит здоровье всем. Яблоко, да? Чем оно, интересно, друг от друга отличаются? Не знаю, но... Время выхиливаться по полной. О. Мы можем спокойно его допинать. Оп, и вот и все, да? Нет? Он хочет продолжать сражаться? А? Что такое Пигитрон? Пигитрон благополучно взорвался. А? Мы получили кучу денег. И все дружно папали себе уровни. Огонь. Гарула выучила. Так, это средний удар одному. Вот так это заменяем. Готово. И что? Все, все выучили, кто все что хотел. Дело сделано. Канишира. Я никому не могу позволить. Это мои деньги. Ты все это украл у беззащитных людей. Вы правы. Я бедный, страшный идиот. Как я должен жить нормальной жизнью после этого? Все из-за нашего общества. Слабые люди не могут вести счастливую жизнь, ему не важно, что они делают. Я жертва тоже, вы знаете. Каждый злодей считает себя жертвой в первую очередь. Чем больше ты говоришь, тем более жалким ты звучишь. Я просто хотел место, где я, которому я бы мог принадлежать. Чушь. Просто окружился людьми, которыми можешь использовать и использовать легкие деньги. Мы все сражаемся против этого общества. Ну, ты теперь действительно имеешь место, которому принадлежишь до конца своей жизни. Я рад, что ты это понимаешь. Иди и вернись к реальному Канишира. Здесь есть преступники, которые используют человеческие дворцы для того, чтобы они вытворяли все, что захотят. Им плевать на последствия. Психические срывы, ментальные, вот эти вот срывы. Все из-за этого происходит. Это же, получается, тот же человек, о котором говорила тень Мадорама. О ком же он, интересно? Ну, вы ничего не сможете ему противопоставить. Шанс встречи с ним может стать для вас фатальным. Так, дворец рушится. Моргана проблема со всякими блестящими штучками. Не надо швырять животных. Нам надо выбираться. А что мы? Золото набрали? Просто золото? Ну, окей.
А, где дорога? Нет дороги. И они просто полетели. Почему бы и да? Серьезно. Взяли, свалились. С ниоткуда. Что, я сломал себе зад? Теперь все смотрят на нас. Мы свалились с ниоткуда. Ну, хорошо, что никто не пострадал. Ну, я бы не сказал, что... О, Моргану чемоданом прижало. Это же сокровище Канишира. Давайте откроем его. Давайте. Что насчет караоке? У нас есть здесь камера хранения. Ну и нам надо Моргану подлатать. Так, мы... твое место удивительно спокойное. Выучил что-то новое? Узнал. Так, это он закрыт на вращающийся замок. Нам нужна комбинация, чтобы открыть это. 777 там сейчас будет. Я так и знала. Как ты догадалась? А, я легко запоминаю комбинации. Я же видел, как он открывал и закрывал множество раз. Пугает и удивляет. Итак, и что там? Оу, куча бабла. Миллион йен. Тридцать миллионов йен. Даже если мы на всех поровну поделим, еще 5 миллионов останется. А эти деньги выглядят реальными для вас? Детский банк с рисунком Канишира. Фальшивые деньги, как обидно. Получается, его сокровища были фальшивые деньги. Но в другом случае, как бы сам чемодан-то неплохой. И его можно продать. Так это, Моргана, что-нибудь из воспоминаний вернулось? Не, ничего. У тебя амнезия? Ну да, он не помнит. Но он помнит, как искать сокровища. Ну, я надеюсь, что его воспоминания скоро вернутся. Так, а что случится дальше? Так, нам надо дождаться, пока сердце Канишира изменится. У нас как бы на это сколько там, 17-16 дней впереди. Блин, то, что в конце Канишира рассказал про этого преступника, использующего метаверс. Ну да, меня это немного тревожит тоже. Так, насчет моего запроса. Как долго это займет? Инцидент произошел в школе. Ты должен был разобраться с этим, предотвратить. Прошу прощения, сир. Нам нужно с тобой поговорить. Надеюсь, ты не забыл, кто дал тебе это место. Ну, продолжай свое расследование. Ну, мы справились. Теперь нам просто надо дождаться результатов. Да?
Я не могу дождаться, когда увидим лицо Акейчи, когда он слышит новости, что фантомные воры опять все порешали. Как думаете, как, ну, кто-то использует метаверс для зла? Непростительно. Ну, мы об этом подумаем позже. Вот теперь дождемся изменения сердца Канишира. Ну, мы с вами справились, и мы молодцы. Ну а на этом серия подходит к концу. Спасибо, что вы были со мной, и я надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.